Преступная деятельность участников группы пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Саратовской области. Установлено, что фигуранты на протяжении 5 лет осуществляли незаконную торговлю немаркированными табачными изделиями, организовав разветвленную сеть розничных точек на территории города Саратова и обеспечивая бесперебойное поступление немаркированной табачной продукции на указанные торговые объекты. В ходе проведения обысков в местах реализации хранения сигарет оперативниками обнаружена и изъята партия немаркированной табачной продукции на сумму более 46 миллионов рублей. При изучении изъятой финансово-хозяйственной документации следователями установлено, что за все время деятельности подпольной сети ее участники получили незаконный доход в сумме более 300 миллионов рублей. Также действия в составе группы обвиняемые незаконно использовали товарные знаки легальных производителей сигарет, причинив им тем самым ущерб в особо крупном размере. Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями в отношении участников группы направлены в суд для рассмотрения по существу. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.